Всем привет! Вы слышите Алексея Халецкого, верховного жевжика планеты Земля. А значит, вы на канале Лёша Играет и тоже, возможно, являетесь жевжиком, кто вас знает. А смотрите вы продолжение партии Загорга, сетевая битва на 10 человек на карте Континенты. А вообще подробности в первой серии. Ссылка на весь плейлист в комментарии, прикрепленном и в описании к этому видео. Переходите туда, смотрите с самого начала. Спонсоры канала, кстати, в этом плейлисте все серии видят сразу. Большое спасибо им за поддержку. А вам всем приятного продолжение просмотра. Ну, чувака, 500... Не, вру. Устаревшие данные. 700 культуры. 700. У второго места 200. То есть он уже даже... Ход, посмотри. В 3,5 раза обгоняет. Подожди, подожди. Это у меня 200? Да. Это я второе место? Да. Это жестко. Лёша, кинь мне предложение в Нуканаде объявить. А кому? Эфиоп. Эй, японец, за шо? Вообще, надо проверить, возможно, у нас это все есть. Не, ну я... Прикольно. Ну тут я ошибся. Войну? А бузера? Милитариста? И я к тебе так войну объявил. Не, ну просто у меня... Я второй по культуре, при этом я всю игру воюю. Это очень странно. Да потому что ты Римом отожрался. Я отожрался? У него ни одной театралки нет. Так, ускорилась у меня охрана? Ни хрена не ускорилась, да? У него было очень много места, он мог это все заселить. Притягивай. Блин, тут же было 5. Я вот этого не понимаю. Зачем нужно было ехать? Блин. Так, хорошо, в Форсале я могу? Пригород. Уже самый вопрос. Ну вот, на плюс 5. Ну он 20 ходов будет строиться. Я не хотел дать тебе сожрать. Вот прикол. Получилось. Ха-ха. Ну, без ускорения, получается, охрана природы открывается у нас, черт. Не, ну, бывает. Зато у меня теперь танки есть. Но у меня скоро линкоры будут. Че, поедешь к нации, стоп? Да не, мне тут с Константинополем надо разобраться. Не успел стены построить. Так, а кто-нибудь... А, еще нормально ходов. По идее, должен выйти в героический. У меня такое ощущение. Прикол, кстати, из-за того, что я вышел в темный век, Лос-Анджелес теперь никому не отваливается. Просто вольный город.
Да, армада броненосцев, конечно, сейчас хрен. Но у него же там самолеты, я думаю, что он самолетами может его. Так что надо пока эту гавань максимально разграбить. Ну это ж, смотрите, ну 766, ну это ж ужас. А мне это напоминает прошлую игру, Лёш. Где ты на Конго был просто. А, ну да. Я приехали за два хода. Но там, да. Я что-то это... Так Лёша еще жаловался, что, блядь, я все равно не выигрываю, ни с чего не меняю. Ну я там тупанул, мне надо было... Я слишком рано просто эти рок-группы запустил. Мне надо было дождаться карточку на выбор. Типа, что групп... Что рок, ну, повышение рок-группам. И тогда, я думаю, я бы победил. А так из-за того, что они играли, ну, там, дебильные повышения, типа... Плюс к перемещению, типа вот такое. Так, аквариум. Красиво тебе этими закидали. Так, археолог, 3 хода у нас. Так что можно биржи построить. Кстати, у нас в Каринфе нету кампуса, да? Ну, тут плюс 2, ну тогда от фермы. Я бы лучше сюда ставил. Тут плюс 1, плюс 2 не особо важно. А вот, чтобы фермы... Вот у этой, например, соседства... У этой тоже уйдет, тут будет 3 еды. Но зато тут останется. Так, ну и копим сейчас деньги на покупку... О, господи, просто осуждает весь мир. Народ, если кто-то хочет объявить войну Канаде, так просто присоединитесь к нашей войне. Вы можете этим же ходом. Да, да. Вы что, издеваетесь, что ли? Ну а зачем ты так культуру себе разогнал? Я ничего не делаю. Ну, смысле, не делай. Ты взял трудовую дисциплину, разогнал культуру. Взял, что было, блин, на что вы, блин, пристали? Так, сейчас надо японцу и китайцу денег дать. Японец предложение. Китаец предложение. Это мне? Да. А за что? Ни в чем себе не отказывай. Блин, ну так круто очень. Видите, стало 3, хотя 4 было. Байтанки на подходе будут. Никто ветку, я пошел, китаец, никто. Так, пора Валетту перекупить, чтобы военную академию.
Блин, а мне, наверное, чтобы в бег выйти, нужно пойти Константинополь снести. Так, красители, цитрусовые черепахи. Я заберу Константинополь, не переживай. Так, черепахи нету у меня. Цитрусовых нету, красителей нету. Так, надо срочно с японцем торговать. 30? Да. Ты думаешь, если ты заберешь Константинополь, тебе дадут 30 очков? 5. Японец, предложение. Быстрее принимай. Спасибо. Да хватит всем войну предлагать. Нет, я не войну, я торговал. Фух. Сам я торговал войной. Ха-ха-ха. Ну это кринж просто. Вот у меня война просто со всеми. Кринж — это 768 культуры. В то время как у всех 200. Ой. Да как так? Почему минус один? Вы победили, но не получили наград. Ну а тут... Блин, а как я не понял? Я ж дал сотню. Не понял я, честно говоря, почему здесь меня не засчитало. Так, давайте, наверное, кому... Ну, в Канаду отправим, я думаю. Вьетнам, предложение. Так, ну у меня 5 послов, я думаю, что в Наланду надо будет отправить. Больше у нас тут нету научных ГГшек, в принципе. Хоть как-то немножко науку подниму. Ну, по науке нормально, то есть вот эти все отставания, это такое. О, а вот и рок-группы пошли. Ну вы не хотите дружить? Все, так бы я не играл. Проиграли, получается?
Не, ну пока там вроде дофига надо. Так, а кто его выступать будет? Ну, я культу, я строю эти акрополи. Подожди, подожди, он играет рокерами у кого? Я. А, кстати, а у кого он играет? Или в войне можно играть? Нет, ну в войне конечно, можно, можно играть, но можно давить. Не, в войне можно, значит, играть. Либо я читер. Не, по-моему, в войне можно, да. Да, можно играть в войне. Просто нужно давить их. А, подожди, так у него же Вьетнам с ним мир заключил. С ним Вьетнам мир заключил. Ну, видимо, вы решили сами проиграть. У меня водовольство пизда. Ну, я в войне с ним дальше продолжал, но смысла нет. Ну тогда все, ну смысл. Привет, брат. Смысл сидеть играть, если он сдавит культурой. А где же тебя? А на ланды что вообще дает? Махавихару? Не, не хочу сюзеренить. Демократия через фашизм вообще. Реально. Все как в жизни. Ты говорил, что ты заберешь Константинополь. Да, у меня достраивается линкор. Через два хода будут танки, и я забираю Константинополь. Так, ну что там у Канады? Я Янтарь. У меня во всех городах 15 довольства. Без торгов. Ну, ну тем более смысла. Тогда нет смысла. Ну. Играйте на себя, я про это говорю. Раз забаним ресурс, который... Слоновая кость, например, оливки. Вот оливки я предлагаю. Не, серебро у него 4 из 4. Серебро давайте банить. О, господи. Так, шпионы что могут? Может шедевры украсть, чтобы у него шедевры покрасть? Как вы на это смотрите? Попробуйте. Отлично. Может быть, нейтрализовать губернатора? То есть снести Пингалу, и она не будет давать бонуса к... Ну, Пинг, да, кстати, тоже вариант. Давайте нейтрализовать губернатора, действительно. Так кто-то сможет давить рокеру? Мне, кстати, можно сделать юнит, прибежать к Вьетнаму, чтобы давить реально рокеров. Йокай? Так, серебро. Ребята? Алло? Что? Что? Какой Никон? Покон. Я не понял. Вьетнам, ты проголосовал, чтобы серебро давало дополнительно счастье? Ты на его победу играешь или что, не пойму?
А это что, зарешало? Ну ты вложился в это больше, чем он даже сам. Прикол. Фёлка, зачем ты Адрианополь забрал? Так он отваливался. И чё? Он мог перейти сейчас обратно к... По-моему, договорились только про Константинополь, нет? Я его next ходом забирал. Восстание через 3 хода там будет забираемо. Ну вот ещё 3 хода. Я могу его тебе так передать. Любимый зритель, если тебе нравится видео, то поставь, пожалуйста, лайк и оставь комментарий. Кроме того, где-то либо здесь появляются ссылки на мои социальные сети. Ну а если ты все еще не подписался на мой канал, то, конечно же, подпишись. Можно стать спонсором канала и получать эксклюзивные видео только для спонсоров жевжиков-патрициев, а некоторые видео раньше, чем для других зрителей. Кроме того, появилась функция «Супер спасибо» где-то под видео. Это как донат, только не во время стрима, а только этому видео. Всем спасибо за поддержку! Ну, сейчас следующим ходом что-то на меня не высвечивается. Потому что ты в войне с человеком, не можешь передать. Так тебе не могу передать? Нет. Слушайте, а подлодки у нас где? Только что город стал, не может быть. Вот тут. Ну сейчас мы откроем нефть, и возможно каперы надо вернуть в подлодки апнуть. Слушайте, а давайте с Эфиопом еще союз. Эфиоп, предложение. Предложение. Не успел выбрать нифига. Нормальненько. Национальный парк где-то, наверное, можно было. Давайте попробуем. Так, а что с нефтью? Раз. То есть я уже получаю нефть. Зашибись. Так, тогда мы давайте просто линкор будем строить. Где он? А, подожди, линкор, по-моему, тоже требует уголь, да? Но все равно строим.
А сколько заказник стоит купить? 880. Так, господи. Слушай, я думаю, этот цивик ускорит, а это не ускорит. У вас вообще ни стыда, ни совести, я вам так скажу. А кто-нибудь еще не объявил войну? Ну да, Вьетнам есть такой. А, и еще одного я не встретил. Все. Что-то объявление войны не особо помогает. Мне все растет и растет победа. Ну потому что он играет. Объявление войны не поможет. И тогда смысл продолжать эти страдания? Ну, может быть, стоит попросить ребят с другого континента попробовать сделать что-то? В смысле, не подождите, почему вы уже... Ну он по науке-то все-таки не сильно, типа, не особо впереди. Слушай, Лёша, давай вспомним Конго. Ты почти выиграл, если мы не начали тебя закидывать. Ну так вот сейчас тоже мы начнем что-то закидывать. Я лично, например, иду чисто в военные всякие техи. Кроме того, я его напрягаю с моря. Смотрим. Ну у него туризма еще даже треть не набрана. Я вам про это и говорю, а вы переживаете. Ну это временно. Если мы тебя не будем напрягать, ты все наберешь. Ты же сам знаешь, как побеждается туризмом. Так. Где мой скаут? Вот он. Дело в том, что ты еще и по очкам побеждаешь. Сейчас византийцы уже танкируют. Ничего, нигде не могу построить, получается. Но вот тут, если я уберу здесь и здесь, то смогу построить. Да. Lady's imagination is... Так, я вообще тут ходил.
Надо каперы возвращать, апать. О. Капец, ты меня напугал. Нельзя так. А ты меня не напугал, я плыву каперами, тут хопа капер. У меня сердце просто сжало. Сижу такой, откинулся, уже жду завершения. На тебе. Right in your face. За шо? Еще успел отжать и это. Удивительно. Так, а куда он делся? А я его угнал, я успел ход отжать и угнал его обратно. Ну я понял, а куда? А, в город. В какой? В Викторию? Да. Так что, его там не вижу? А не знаю. Я не вру. Я добрый человек. Я не вру, ничего не это. Это вы злые. Юнит у меня где-то умер. Так, биржа. Так, вот тут надо радио тогда пока отменить. Или пошли в электричество даже. Да, что Петр ждет просто на клетках пустыни, да? И все, тут даже не будет пустыни. Так нафига мне? Я лучше здесь, например, в той же пустыне пригород поставлю. Просто жилья не хватает. Вообще в Петре нету смысла там. Так, где-то я еще могу, по-моему, археолога купить. Вьетнам там ему города обращает, прикольно. Там уже инквизиторы стоят. Ну, попытка неплохая, да. Китай предложение. Блин, где-то я еще должен мочь археолога купить, по-моему. Народ, необходим какой-то перерывчик минут на 5 хотя бы. Да, давайте. Когда сделаем? Сколько у нас дай? О, 2 хода, вот эпоха начнется. Наверное, стоит уже подождать подлодок.
Блин, он еще и поставил, чтобы у него шпионов ловило. Не, фашизм не будем пока брать. Первый в мире, слушайте, первый в мире всех встретил. Первый в мире кругосветка. Первый в мире железная дорога. Блин, вы что, офигели? Вон у вас там Китай сидит. А что с Китаем? И пищи? Что с Китаем? Ну там 400 науки, 300 культуры. Ну так это не наша... Не наш континент. Он не сидит, он всех атакует. Я всю игру вынужден воевать, потому что все меня хотят убить. Все тебя хотят. Я не хочу, смотри, я друг. Давай дружить. Нет. Ну вот... право прохода, и тогда ты можешь пройти что-то сделать. И чё, вот верить тебе? Я имею в виду не пройти что-то сделать. Дипломатический. И вот после этого ты говоришь, чтобы хочешь, чтобы я поверил твоим словам, что ну на тебя нападают, ага. Ты нападаешь. Я с нулевой воюю. Начал Рим, потом Эфиоп. Ну вообще можно кампус, наверное, просто вот сюда поставить, даже без соседства. Пиздец. Я извиняюсь. Ну, красивые заповедники у меня здесь будут. Что сейчас закончится, да тут проще, и будет прям если кайф. Я... Не знаю. Не успел, а не успел Тори де Белен поставить. Бы, так, ну что у нас? Еще один ход, и мы в героической эпохе. Да как так? Да блин, почему? Фак. А, подожди, к одному городу должен относиться. Все, я понял. Ща все будет. Так, что у нас с алюминием? И алюминия у нас дофига. О, это вообще в тему тут получилось. Так, ну надо... Так, вот этого сюда. Этого сюда. Так, все очень неплохо. Теперь нам в самолеты надо идти.
Так, 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 так. Центр вещания. Мастерская. Ну, наверное, соберем просто. СМИ ускорили. Продукты на алмазах можно сделать. А у нас есть там какой-то... Слушайте, вот этого надо торговца не дать. Вон победа через 114 ходов, это невозможно. Ага. Уже стадия прошла. Да-да-да-да-да. Да что? Ты нас не обманешь. Не, серьезно, уже типа эпоха прошла. Я уже никак не выиграю. Ага. Когда там культурная победа уменьшится. Так, героический век. Реформа, пульс паровой машины и, наверное, к оружию. Кто у нас еще в героическом? Эфиопия, Япония. Отлично. Ну, Тирил Санджис точно ко мне будет отваливаться. Ну да, убери, пожалуйста, таймер. Прягу. И 5 минуток перерыв. Мне бы, конечно, еще эти открыть. Ну, то, что вот нас затапливает. Плотины, плотины бы открыть. Так, аквапарк тут нету смысла. Слушайте, давайте военные эти юниты. Правда, как мне хапать потом? Вьетнам, не давай право прохода только Канаде. Да сколько у тебя рок-групп? Просто немерено лезет и лезет. Я думал, ты не будешь ожидать. Называется, я всю веру потратил, у меня больше нету, все. Нет, там реально китайцев рок-групп штук 20 приехало. Отбивается. Ой, у меня просто тут еще война, я как-то вообще внимания не обращаю. Я на это и был расчет, но ты так, что-то обратил. Что-то я хотел поставить здесь. Во-первых, плюс 2 влияния можно вернуть. Бонус соседства, все улучшения. А, театралка. Блин, я реально забыл. Может, республиканское наследие пока поставить? А, блин, повысить я хотел. Карточку на повышение юнитов хотел поставить. Блин, это реально миссия невыполнима. Поиграть рок-группами.
Блин, он теперь отваливается. Трианополь, ты когда снесешь Константинополь? Вот максимум два хода и Константинополь. В смысле пойдет. Максимум два хода? Я вот этим одним танком за один, ну за два снесу. Ну, у меня стоит танк, кавалерия, кирасиры и корпус, флот линкоров. Да, два. Сейчас пойдет. Что ты отказываешься? Зачем мне присоединяться к войне? Так это вроде я тебе сделал, чтобы я присоединился. Нет, там написано присоединиться к войне к Грегу. Я с Грега не воюю. Вопрос, когда доедят Константинополь, я просто что, тут закрывать не буду? А, ты типа хост? Так не, мне-то что, я могу не закрывать игру. Ну и что, мы будем весь таймер сидеть? А, ну окей, я там, оставьте мне один город, я там просто... Пусть валяется. Дом по лояльности. Ну а если автоматом переключится на другого хоста? Ладно, это не суть, важно. Да, в принципе, потому что его будет забирать Эфиоп. Китай, другое предложение. Очень долго забирает. Давай вот так. Я же вашу войну вмешиваю. А что, вам динамического таймера не хватит на 30 ходов? Не знаю, может хватит. Все, делаю скриншот просто. Все. Полный набор войны. У него буэнос? Митя, у тебя капер около Олимпии моей стоит. Двинь его, пожалуйста. Китаец, ты тут? Грего. Я тут сейчас поставлю на паузу.
кого выкинуло. Ну, очевидно, китайца. Тут. Так, мы тебя ждем, заходи. Не, интернет упал на пару минут. Пожалуй, перезайду по плотины далековато, конечно. Причем мне желательно еще сначала подлодки открыть. Да, со всеми воюют, реально. Ну, не знаю, может, я пробую дипломатическую, но 30 ходов осталось. Наверное, 160 ходов. Если бы я мог выйти в те техи, которые... В техи и в социальной политике, которые дают по голосу дипломатическому, тогда, наверное, имело смысл. А так, походу, мне надо, скорее всего, Вьетнам все-таки забирать. Чтобы хоть какой-то шанс был. У Вьетнама, кстати, походу алюминия нету. Поэтому самолетами его забирать будет. А не, есть. У него прям этот стоит на алюминии. Район. Что он в алюминии, кстати, вышел? Он не вышел еще в алюминий. Китай, давай мир, потому что сейчас Канада приходит, уже группы раз. Ну так, ладно. Я сейчас туда приеду танками, и рок-группа уедет. Не успеешь. Почему? Их там 5 по разным городам, и еще едут и едут. 5? Так много? Это я еще половину убил. Ты их не убиваешь, ты их просто давишь. Ну, ты понял.
Ого, там еще помазали. Блин, ну вот, воспользовался моей слабой. Ого, даже окна. Был включить запись. Ну, короче, открыл лабу. Лабы строю, но меня начало затапливать. И мне надо быстрее идти в компьютеры. Я благодаря Валете смогу купить все эти, но мне надо быстрее то выйти. Тут осталось буквально очень быстро. Она не может нападать на ГГшки. Нет. Надо сейв грузить. Да, вот. Следующий ход, когда у меня не будет ресинхрона, можем грузануть сейв. Сейчас там японец всех юнитов идет мне. Кстати, надо менять местами пингаулы. Хотя... Хотя, может быть, если сейчас Грега убьют и сменится хост, тогда перестанут быть ресинхрон. Я могу тогда выйти, у меня 3 города осталось уже на добивке. Эх, такой хост хороший был. Ну, могу не выходить, домучиться. Да выходи, все равно мы будем, ты выйдешь хостом. Окей, все, спасибо за игру. Не, подожди, стой. Давайте мы следующий ход у нас начнется, мы сделаем сейв. А, ну, спокойно. Окей. Мы все равно грузиться сейчас будем. Ну, по идее, если он выйдет... Есть и тогда он выйдет и... Не, нету вероятности. У этого будут всегда рассинхроны. Блин, а он сверху играет. Может уже не пересаживать, Лян? Просто, ну, так нормально. Уже ходов-то осталось 27. Он пока идет 22, потом обработает. То есть это еще один город только. Максимум обработать и все.
Два аэродрома. Хрен я, наверное, успею два аэродрома построить. Я чё, лось, блин. Обычным бомбардировщиком он мне так уже разломал броненосец, прикиньте. Ну, вообще, я думаю, реально. Интересно, почему тут 102 производства, и аэродром строится 2 хода, а тут 103 и 1 ход? Кто-нибудь в курсе? А, нет, нет, все равно не понимаю, почему. Главное, тут больше нигде производства не могу взять. Ну ладно, так тоже нормально будет. Так, просто когда заканчиваете ходить, плюсик ставьте. Когда все отходят, сделаем сейф. У него почти 2000 культур. Да охренеть. Так он уже, наверное, все открыл. Там уже просто, блин, некуда идти. Типа культура, она все равно этот туризм генерирует вроде как сама по себе. Вон Шан у нас сейчас есть я еще. Да, но у меня послов нету для него. Так, раз, два, три, четыре, пять, шесть, пока... Не в кайф игра. Блин, вот затапливает, конечно. Успею ли? Не, ну должен успеть. Должен успеть. О, она усталость от войны в флотоводец, наконец-то. Смиловались.
На этом пока все. Спонсоры канала продолжение могут посмотреть прямо сейчас в плейлисте. Ссылка на него в описании и в прикрепленном комментарии. Для всех остальных оно появится завтра. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Лайк, комментарий, подписка, возможно, супер спасибо и спонсорство. Спасибо за поддержку. До следующих видео.